сиамские и сибирские, а еще мультипликационные и вязаные. Здесь со всех сторон, куда ни посмотришь, коты и кошки. В парке Толстого прошел большой праздник под названием «Кота-день». Его посвятили нашим четвероногим маленьким друзьям. Организаторы подготовили веселую программу и предложили юным химчанам отправиться в самую пушистую галактику Мур-Мур. Чувствовать себя настоящими котятами многим ребятам помог яркий аквагрим. Дети также приняли участие в спортивных соревнованиях, научились ползать и прыгать, как кошки. Юные химчане разрисовали большую раскраску, изобразили усатых любимцев на асфальте и поучаствовали в познавательной викторине. Саша и Лиза стали самыми активными гостями праздника. Я, если честно, на этой викторине узнала очень много нового о кошках. Если коты лежат, например, в клубочке, то значит, что они так греются из-за того, что погода холодная. Еще мы узнали, как выглядит цвет лапки у сиамской кошки, у Мэйбуна и других котов. В галактике Мур-Мур есть свои знаменитости – кот-блогер из Крыма, смотрительница вокзала и даже космонавт. Во время праздника работала аллея, где можно было познакомиться с самыми известными котами. В наших парках до конца сезона пройдет еще множество разных интересных мероприятий для наших жителей, поэтому приглашаем всех в наши красивые летние парки. Будем развлекаться, веселиться и поздравлять всех друг друга с разными праздниками. Также на празднике работала выставка детских рисунков и ярмарка мастеров.